Новым премьер-министром Франции назначен глава МВД страны Бернар Казнёв. Об этом сообщили в Елисейском дворце сразу после отставки Мануэля Вальса с поста главы правительства. По словам политика, он подал в отставку ради борьбы за пост президента. Сейчас в планах Вальса сосредоточиться на избирательной кампании перед праймерис в правящей социалистической партии. Они пройдут в январе. Сами президентские выборы весной. Что касается Бернара Казнёва, он является одним из наиболее преданных сторонников действующего президента Франции Франсуа Олланда. С 2012 года он занимал ряд видных постов в правительстве. В апреле 2014 его назначили на пост главы МВД.